Альберт. Со, Барри. Хороший человек. Слушай. Вот. Такой фигней мы занимались сегодня. Попали в кабель, как я и думал. Потому что изначально никто не сказал, где он лежит. Не было карты. Сладкий кабеля. Ну вот такую херню мы ставим. Хозяин. Наши панели будут стоять. Устанавливаем панели. Наземного типа. Альберт, hello. What's up, baby? Good faith energy. Good job, Альберт. You too. Good job, Андрей. Thank you, sir. Такого типа. Это у нас чучело, чтобы ворон отпугивать. Вот, почти траншею прокопал. Гектор? Вот такие панели. Константин. Менеджер проекта. 40 панелей будет здесь. А это следующий этап. Вторая очередь. Стойки уже готовы. Это мы уже будем делать следующим этапом. Красота. Кущери Техаса. За моей спиной Альберт и Константин устанавливают панели. Первая очередь почти готова. Приятно смотреть, как Константин работает. Молодец. С обратной стороны панельки выглядят вот так. Кран-верторы стоят. Все подтянуто. Вот это яблони в цвету, в кавычках. Там коровы гулялись вчера. Это вот наши панели. Первая очередь. Вторая очередь. Вторая очередь панелей. Ребята заканчивают закреплять рельсы. Автомайзеры уже стоят. Вот такие у нас супер джим. Thank you, sir. Anytime. Бетономешалка. Константин все пытается найти клад. Ну как у вас, сэр, получается? Да. Мы еще ничего не нашли, оказывается. Золотые прииски, вот что это, я вспомнил. Где? Вторая очередь панелей. Вот такая у нас рыбка получилась.
попробуем сегодня закончить. Тепло, хорошо на улице. Сзади меня село Американское. Вот оно. Оптимайзеры уже подключены. Осталось только закрепить кабеля. И можно уже устанавливать панели. Вот наши панельки, которые мы будем сегодня устанавливать. 36 штук. Одноэтажная Америка. Почта. И наш объект. Почта. И видно, кто наш заказчик, чей он приверженец. За кого он голосовал? Вот маеток заказчика. Ням-ням. Сзади меня электроузел. Но не мы это делали, слава богу. Такие домики наф-наф-нуф-нуф нас интересуют. А мы сделали вот этот объект. 78 панелей. И я думаю, что мы молодцы. Американская деревня нам скажет спасибо. Вот наш объект. Мы его закончили. Приятно посмотреть. Даже ровно получилось. На удивление. Старались. Работали сегодня, хочу сказать, белорусы и латиноамериканцы. Команда у нас интернациональная. Вот, моем панели для заказчика, чтобы больше денег заплатил. Лакшери установка. Радуга. О, радуга. О, это хороший знак. Супер. Welcome Archer City. Вот приехали в Archer. А здесь такие прикольные заправочная станция ретро. Сейчас посмотрим, что она себе представляет. Альберт, круто? Yep. Альберт сказал, что это круто. Посмотрим.